Дома в фильмах Тима Бёртона всегда мрачные и загадочные. Они полны тайны и скрытых смыслов. Вспомните хотя бы готическую школу Невермора из сериала «Уэнсдей». А что скрывает дом, в котором живет сам режиссер? В 2016 году Тим переехал в дом с 5 спальнями, с огромными окнами от пола до потолка на Primrose Hills в Лондоне. В доме 2 крыла, они соединены внутренним двориком с бассейном на цокольном этаже, который превращается в кинотеатр с механическим полом и водонепроницаемым экраном. Также в доме есть тренажерный зал с коктейльным баром, а восточное крыло здания Бёртон использовал в качестве творческой студии. Здесь, например, он создавал знаменитый ремейк мультфильма «Дамбо». Сейчас дом выставлен на продажу за 20 миллионов фунтов. Это примерно 2,5 миллиарда рублей. Ну или можно арендовать его за 8 миллионов в месяц. А ты хотел бы попасть на чаепитие домой к великому Тиму Бёртону? Не забудь поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео про людей и дома.